26 августа 2018 год, Харьков, 21:52 по Киеву, полнолуние у нас. Хорошая видимость. Единственное, что мешает, ветер. Ух ты. Да, приходится держать камеру, потому что как только отпускаешь, ветер начинает колебать всю треногу. Вот сейчас я отпустил камеру, и ветер начинает все шатать. Ладно. Теренс. Красавица, какая ты красавица. Луна, луна. Так, где у нас Марс? Вот у нас Марс. Марс 64 миллиона километров нынче от Земли, конкретно сегодня, от минимальных расстояний за 15 лет в 57 миллионов километров, маленько мы уже отошли. Да, тяжело поймать на таких увеличениях, приближениях. Ладно, попробуем еще и Сатурн подловить. Где же ты? А вон он, ты попался. А, ну ветер, что ты сделаешь? Отпустил сейчас камеру. Ветер нам колебает. Попробую придержать. Ну, видно кольца, да? Отлично.
Да, это, между прочим, 1 400 000 000 км сейчас до него расстояние. Просто потрясает меня возможности нынешних оптических приборов. Эта мыльница 700-долларовая позволяет мне смотреть кольца на Сатурне. Несменяемый объектив, обычная мыльница. Ультразумовская. Восемьдесят три крата оптического увеличения. Да, ветер нам все портит. Ну ничего, и так спасибо. Смотри, вон какая видимость знатная. Инопланетянин полетел. Очень красиво. 26 августа 2018 год, Харьков. Двадцать один пятьдесят девять по Киеву. Лады, по домам.